Сегодня мы будем делать вот такой бургер, в котором мы использовали для работы прянички. Вот верх низ у нас выпечен. Котлета у нас сделана из конфеты Сникерс. Весь декор из пластичного шоколада. Сегодня мы его такой сделаем. Для нашего пряничка. Для нашего пряника мы выпекли две части. Нижняя часть и верхняя. Верхнюю мы вырезали. Вот я использовала вот такую вырубку. То есть, если эту мы просто вырезали, здесь я наложила целлофан и через целлофан вырезала для того, чтобы вот эти края более сравнялись. Намазала белком и посыпала кунжутом перед выпечкой. Вот мы выпекли. Подготовили. Для декорирования мы используем пластичный шоколад. Окрасила в нужные цвета. Рецепт пластичного шоколада смотрите выше. Или кто не найдет, выше у меня на страничке есть. И для котлеты котлету я сделала из конфеты Сникерс. Конфета Сникерс. Сейчас мы ее растопим в микроволновке при 10 минутах. На 10 секунд. Потом мы в эту формочку по размеру мы ее туда уберем и сформируем котлетку. Так, вот у меня растопилось, мне потребовалось 20 секунд. Отправляю в это кольцо. Аккуратнее, чтобы не обжечься. Отправляем, даем остыть, и все, котлетка наша готова. Для салатных листьев мы раскатываем салатового цвета мастику, пластичный шоколад. Можно, у кого есть вот такая палочка, она идет для цветов, у кого нет, могут просто пользоваться зубочисткой, раскатывать. Ну, немножко больше времени на это уходит зубочисткой, но ничего. Затем формируем мы кудряшки. И укладываем на пряничек. Это нижний слой у нас. Мы выложили салат. Следующий у нас идет помидор. Вот. Нужного цвета можно и оранжевого цвета. Оранжевый помидор сделать. Раскатываем. Раскатали мы. Можно и такой пласт положить.
Теперь мы что? Кусочек сыра. Так, раскатываем у нас цвета сыра. Жиры используем. Теперь у нас идет котлета. Уже вырисовывается. Так, теперь мы немного попробуем лук положить. Так, как мы сделаем лук? Значит, мы тонко раскатываем сиреневого цвета мастику. Сверху в пластичный шоколад, сверху укладываем белый. Нарезаем тонкими полосками. Укладываем один на один. В разрезе они получаются вот такого вот сиреневого цвета. Сворачиваем их. Лишнее мы обрежем. Такими полукольцами подготовим сейчас. Так, немного сиреневого лука. Сейчас мы еще сюда кое-где положим сыр и зелень. Сверху уложим верхний.
Вот сверху мы еще укладываем немножко зелени. Отправляем все, потому что жарко, оно немножко подопустилось. Такой вот у нас бургер получился.